очень быстро ходишь. А ты, шведский профессор истории, очень быстро переходишь к активным действиям. Старый Август запыхался. Мне кажется, ты не Август, ты Июль. Июль – это месяц лета. Точно. Самый жаркий месяц. Жаркий, как ты. Ай, жаркий. И ты жаркая. Да. Ставки сделаны, спасибо. Ставок больше нет. Чую. Сегодня сорву банк. Все нормально. Все под контролем. На банке 8. Карта 17. Еще? 14. Вот я по-крупному буду играть. Пожалуйста, наличие карт. На 14 пары королей. Три дамы. 26. Стрит флэш. О, поздравляю, Алёша. Свет выиграл, а? Еще карту? Надеюсь, мне повезет. Еще. Обычно не берут на 20. Рискуешь, дед. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Давай. Официант, виски мне, пожалуйста. Ну, 21. Короче, очко. За тайны. До дна. Ну и какую же тайну ты собираешься здесь открыть? Я? Перстень Карла XII, нашего короля. Я нашел... Рапорт полковника Штренштраля. Кого? Штренштраля! Штренштраля! Который командовал обороной Выборга. Перед тем, как сдать город русской армии, полковник спрятал перстень. Зачем? Чтобы он не попал в руки врагов короля. Ты смеешься, ты меня не видишь. Ты все придумал про перстень, да? Чтобы соблазнить доверчивую девушку. Нет, это правда. Я могу доказать. Перстень находится здесь, в Выборге. Вот, смотри, вот. Бумаги, документы, план. Вот здесь. Считай. Ты сегодня и в казино прилично выиграл. Смотри, Алешин, кому везет в карты? Не боись, Макар. В любви мне тоже везет. А Лиза... Замечательная девушка. Завидую тебе, черной завистью. Ой, да ладно тебе. Давай. Ну давай, давай, счастливо. Ну, как наш чухонский профессор? Пробило? Смотри. Что это? Перстень шведского короля Карла XII. Это письмо так. В Министерство культуры России для разрешения на раскопки. И, наконец, план Выборгского замка, где этот перстень был замурован в 1710 году, вот примерно здесь. И сколько эта хрень может стоить? Профессор сказал, что перстень бесценен, как историческая реликвия. Но на черном рынке он стоит миллионы евро. Остается только у него узнать, где именно в этом зале замурован перстень. Лиза, похоже, ты вытащила счастливый билет в светлое будущее. Я чей-то голос слышала. Это Алешин? Он, Алешин. Можно подумать, ты его голоса не узнаешь. Он в город поехал? В город. Откуда ты здесь? Ты местный участковый?
Старший лейтенант Петров. А как узнали об убийстве? Меня вызвали за Сыпкины. Муж и жена. Они наши, со станции. Пошли с Трица по грибы, по ягоды. И увидели дорогую иномарку в лесу. Прямо посреди леса. Ну, я приехал, открыл багажник, а там труп. Понятно. Ну, спасибо, старший лейтенант Иванов. Петров. А, Петров, простите. Угу. Конечно, Петров. Всего доброго. Спасибо. Угу. Свободны. Что у нас? Два выстрела в спину. В багажнике крови нет. Скорее всего, его убили в другом месте. Труп сунули в багажник и привезли сюда. Сейчас сниму отпечатки пальцев с часов. Остальное после экспертизы. Хорошо. Аркадий Михайлович, в машине паспорт убитого обнаружил. Алешин Константин Эдуардович, 69-го года рождения. Зарегистрирован в поселке Прибрежный, 2-я Солнечная, дом 8. Это здесь недалеко. Коттеджный поселок. А на визитках что? На визитках? Вот это интересно. Генеральный директор кинокомпании «Триумфатор». И еще вот это. Тоже в машине нашел. Проспект. Отель в Выборге? Угу. Странно, что он там делал? Живет за городом, и за город же поехал отдыхать? Да, конечно. Надо проверить, Аркадий Михайлович. Похоже, заказное. Похоже. Проверяйте. Есть. И еще. Я с самого утра стесняюсь спросить, а где наш коллега капитан Барич? А он едет. Он в пробку попал на выезде из города. Как зовут пробку? Света? Наташа? В общем, звоните ему срочно. Пусть едет в этот поселок Прибрежный, так. Пробивает родственников убитого. Есть. Выполняйте. Угу. Простите, пожалуйста, а не подскажете, где здесь 2-я Солнечная, дом 8? Подскажу. Вот прямо метров 200, потом сразу налево, это ваш адрес. Налево, все, понял, спасибо. Елена Михайловна. Не надо отчеств, капитан. Я не училка, не доктор и не старуха. Простите, Елена. Как часто ваш муж ездил в Выборг? 2-3 раза в месяц. А это были деловые поездки? Муж играл в Выборге. Играл, простите, во что? В карты, естественно. В покер. Там еще был какой-то подпольный горный клуб. Катран. Да. Ну и как ему везло? Он больше выигрывал или проигрывал? Наверное, выигрывал. Он в последнее время был в хорошем настроении. В хорошем настроении. А что обычно в такие поездки с собой брал Константин Эдуардович? Чемодан и кейс. Кейс и чемодан. Ага. А вы где были сегодня ночью? Я 2 дня не выходила из дома. Вы это можете проверить на посту охраны. Вы сможете, Елена Михайловна, хотя бы приблизительно нарисовать, как выглядели чемодан и кейс вашего мужа? Хорошо, давайте, я нарисую. Итак, что мы имеем? Пропавший алюминиевый кейс с кодовым замком и черный английский чемодан. А что главное? Может быть, главное то, что у вдовы Алешина Елены Сергеевны алиби, она все время была дома? Нет, главное то, что у Константина Алешина в последнее время было хорошее настроение. Ну и что? Что это значит? А то, что в Выборге у него была любовница. Почему вот так сразу? Почему сразу? Алешины были женаты почти 20 лет. За это время могли поднадоесть друг другу. А это благодатная почва для измены. Это раз. Елена Михайловна была убита горем? Нет. Душевно ранена? Не слишком. Это два. Судя по дорогому коттеджу и иномарке, этот кинодеятель в деньгах стеснен не был. А значит, мог себе позволить содержать любовницу. Это три. Отсюда делаем вывод. Искать нужно другую женщину. Да, Барич, в вопросах отношений полов равных тебе нет. Ну хорошо, завтра с утра поезжайте на киностудию, где командовал покойный. И думаю, вам там про него многое расскажут. Вы кто? Я из ЖЭКа. Водопроводчик. Водопроводчик? Заходите. Водопроводчик? Заходите. Что это за голос вообще? Надо это как-то переозвучивать, я не знаю. Ага. На какие шиши ты ее теперь переозвучишь? Проходите, водопроводчик. Вот ванна.
А здесь у меня спальня. Господи, спальня у нее здесь. Вот корова. Какой идиот, я вообще взял? Ты взял. Здрасте. Здравствуйте. А как увидеть продюсера Мишкина? Я Мишкин, продюсер и режиссер этого... Капитан Барич, лейтенант Шарипов, Никольского ВД. Здравствуйте. Вы, наверное, по поводу Константина Эдуардовича, да? Такая огромная потеря для всей нашей кинокомпании. Алёшин, ведь это мозг, он же двигатель всего нашего творчества. Творчество? А вы что, тут порнушку творите? Почему? Эротику. Mm-hmm. Высокую эротику. Кроме того, у нас же и ролики есть, и рекламные клипы. У нас много деятельности, между прочим. Понятно. Вы нам кабинет, Алёшина, покажите. С удовольствием. Прошу. Свечка для штама. Сама-сама. Ладно, хорошо. Протечку чинить будем? Протечку? Будем. Прошу за мной. Вот его кабинет. Ага. Рабочий стол. Ящик с документацией. Вот ключи. Скажите, а Константина Эдуардовича его действительно убили? Представляете, убили. Какой ужас. Не знаете, за что? Я понятия не имею. Вы знаете, Алёшин был хорошим руководителем. Он же нас все время финансировал. Откуда? Что, простите? Финансировал он вас. Деньги откуда брал? Я понятия не имею. Я в эти вопросы не лезу. Я, знаете ли, главным образом режиссер, а продюсер так, одно название. У нас финансами Алёшин заведует, а я главным образом... Вы не могли бы нас оставить на минуту? С удовольствием. Конечно. Я буду в монтажной. Слушай, ну, с документацией, по-моему, все в порядке. А не знаешь, телефон последние номера сохраняет? Не знаю. А это код какого города 813-78? Выборга. Выборга? Интересно. Слушай. Алло? Алло, здравствуйте, меня Игорь зовут, а как вас? Вера. Очень приятно, Вера. Я от Константина Алёшина. Я поняла, вы же с его телефона звоните. А вы вообще кто? Вера, вы не волнуйтесь, я кинорежиссер. Я с Константином Эдуардовичем сейчас обсуждаю новый проект. Мне нужна актриса на главную роль. Он мне дал ваш телефон, сказал, что вы очень киногеничны. И вы что, настоящий режиссер? Нет, игрушечный. Шучу. Вера, вы знаете, я давно не был в славном городе Выборг. Выборги. Можно к вам приехать в гости? А зачем это? Хочу посмотреть на вас и пригласить сниматься в кино. Если в то, которое снимает Костик, то ни за что на свете. Нет-нет, это настоящий большой художественный фильм, детектив мелодрамы. С элементами мелодрамы и мистики. Ну хорошо, приезжайте. Вот! Что это, Мышкин? Да, я не Мышкин, я Мишкин. Просто все время путают. Да, мне это знакомо. Что это? Это диск. Это охранники передали запись с камер наружного наблюдения. Я с монтажером уже посмотрел. Вчера в этот кабинет кто-то проник. Похоже, что все-таки не местный. Нет, это точно не из наших. Вот, смотри, отмычка. Был в кабинете. 2,5 минуты. Ничего не вынес. Заметь время и дату. Он лазил в кабинет еще до убийства. Угу. Вы можете перемотать на его выход из кабинета? Стоп. Вот здесь. Лицо увеличьте. Ух ты. Это же Зинчук. Точно. Зинчук! Шарипов, здорово. Чё звонил? Чё хотел? Чё? Узнаешь? На меня как похож, гляди-ка. Дурака не включает, а ты и есть. Ну, я в кабинет захожу. Чё дальше? Понимаешь, это не просто кабинет. Это кабинет человека, который через несколько часов будет убит. Серьезно? Куда уж тут серьезнее. Ага, а я тут при чем?
Ты, может, и ни при чем. Только я эти фотографии, а также записи с камер наблюдения видеостудии передам в департамент собственной безопасности. Они уже пускай решают, какое отношение лейтенант Зинчук имеет к заказному убийству господина Алешина. Ладно, Егор, на фотке я согласен. Пасли мы этого Алешина. Я приходил снять записи с жучка. Этих записей у меня нет. А где они? Отдал я их, отстань. Кому отдал? Михайлову. Все понял. Я предлагаю доложить об этом Самохину, и пусть он достанет запись у Михайлова. И что? Много интересного узнаем. Значит так, Егор. С Михайловым, ни Самохину, ни тебе связываться не надо. Ты что, забыл, во что ты вляпался с этой аферисткой, Мариной? Никакая она не аферистка. Ее просто подставили. А кто доил бизнесмена, ты помнишь? Папа Римский? Согласен. Михайлов своего не упустит. То есть ты думаешь, что слушали они Алешина только для того, чтобы поиметь потом с него денег? Скорее всего. Но если бы на записях было что-то в жилу расследованию преступлений, Михайлов бы нам об этом уже сообщил. В этом я уверен. Я ж как раз приходил вынуть жучок из кабинета на киностудии. И тут меня с камер видеонаблюдения накрыли. Что ж ты, Витек, так по-жидкому-то обделался, а? Сунулся не подготовившись? Я подготовился, все разведал. Они стирают записи с камер видеонаблюдения раз в неделю и концы в воду. Ну кто знал, что Алешина грохнут, и они записи изымут на второй день. Ну случайно я, случайно. Да за случайно. Бьют отчаянно. И еще Шарипов грозился передать записи с камер в департамент собственной безопасности. Не трясись ты так. Шарипов пацан. Он только пугать и может. А чтобы записи куда-то отнести, их надо сначала поиметь. А они у меня. Александр Владимирович, ну вы же Шарипову не отдадите? Шарипову-то не отдадите? С какого перелягу я буду их отдавать? Уйди с глаз долой. С Шариповым я сам разберусь. Спасибо, Александр Владимирович. И бутылочка, ну как обычно, да? Хорошо. Извини. Хорошо. Здорово, Александр Владимирович. Приветствую. Как там Выборг? Стоит. Ну, обрадуюсь чем или как? Или как? Накрылась твоя идея подоить этого киношного индюка. Трудности? Не у меня. У него. У твоего протеже. Разорился, что ли? Не успел. Грохнули его. Жалко. Жирком индюк был. Но не первый, не последний, надеюсь. Надеюсь. Ну, будет подходящий кандидат, просигналь. Я как пионер всегда готов. Есть просигналить. А твой? У нас есть две линии расследования. Одна – это документация из офиса убитого Алешина, а вторая – это регулярные поездки покойного в город Выборг. Поездки – это, кстати, тоже две линии. Это подпольная игра Алешина в казино и его подружка Вера. Угу. Товарищ подполковник, разрешите командировку в Выборг? Тебе? Мне. Нет, не разрешу. Почему? А потому что Выборг у нас что? Приграничный город, товарищ подполковник. А это значит что? Толпы иностранных туристов, товарищ подполковник. Желающих чего? Водки и женщин, товарищ подполковник. Слышишь, Шарипов, женщин? Ну и какая связь? А вдруг тебе какая девушка вокруг пальца обведет? Мы это уже проходили. А капитан Бабич у нас. Калач тертый, его на мякине не проведешь. Вот он и поедет в город Выборг. Да-да-да-дам, да-дам. А ты как человек умный, вдумчивый, займешься бумагами, изъятыми в кабинете Алешина. Вау-вау-вау-вау-вау. Ясно? Ясно. Приступай. Ну, а тебе, капитан, все ясно? Не все, товарищ подполковник.
Как я найду подпольный катран, в котором играл Алёшин? Мне что, у таксистов спрашивать? Они ведь сразу вычислят и проломят мне бошку. Запросто могут. На этот счет у меня есть одна мысль. Здравия желаю, товарищ генерал. Привет, Аркадий. Это вам. Ого, 12 лет выдержки. Что за повод? 30 лет службы, Алексей Анатольевич. Да ты что, поздравляю. Спасибо. Ну и поскольку вы мой самый первый начальник, вот я и решил. Молодец. Помнишь факты нашей боевой биографии? О, товарищ генерал, не ожидал я этого добра здесь у вас увидеть. А, баловство. Прежняя страстишка в вас взыграла? Я помню, до запрета казино большие деньги выигрывали. Вот именно что, до запрета. А ты чего пришел, юбилей отметить или меня инспектировать? Ну и дату отпраздновать. Так. И за вас переживай, товарищ генерал. А-а-а. Наши коллеги прихлопнут подпольное казино. А в городе ведь вас все знают. А чего ты взял, что я в городе? Да в области знаешь, сколько этих клубов, где можно поиграть? Там меня не знают. Понятно. А льда у вас не найдется, товарищ генерал? А, легко. Тебе сколько кубиков? 3. Угу. Я, извините за назойливость. Ой, прости. А, ничего, ничего. Товарищ генерал, хочу вас спросить. Вы к картишкам-то давно пристрастились? С юбилеем. Спасибо. Да, играть начал, когда жена умерла. Это уж лет 25 тому. Встретил женщину. Молодую, красивую, последняя моя любовь. Да, танцевала в клубах. Ну, тогда и подсел на это дело. Ну, Лена эффектная была, да, денег много надо было. Ну и стал играть, зарабатывать. Странное дело, Аркаша. Везет мне в картах. Не то что в любви. А что, Лена? Вы расстались с ней? Ну да. Моложе она была. На 30 лет. А это многовато. Да. Стала интересоваться мужчинами. В общем, отпустил я ее. Товарищ генерал, я по поводу подпольных казино в области вас предупредить хотел. Вроде как крупная операция на них планируется. Через месячишко другой их прихлопнут. Понял. Угу. Спасибо. За вас, товарищ генерал. Аркадий Михайлович, я в Выборге. Слушаю тебя, Борис, что у тебя? Вакулин только что вошел во двор дома по улице Красноармейская, 5. Отлично. Там его приятель живет. Бывший начальник Выборгской уголовки, полковник Игнатьев, тоже пенсионер. Ты обратись к местным оперативникам, тебе явно машина понадобится, и возвращайся к подъезду Игнатьева. Если дед приехал, он вечером поедет играть, а без машины ты его упустишь. Все, понял. Ну давай, действуй. До связи. А это генерал.
Разрешите, товарищ подполковник. Капитан Барич из Питера, Никольской РУВД. Входи, входи, капитан. Присаживайся. Прибыл для расследования убийства директора кинокомпании Алешина. Ух ты! Молодец, что прибыл. Водички не хочешь с дороги? Спасибо. Никольской, говоришь? Угу. Как там полковник Михайлов? Воюет? Небось, не дает расслабляться-то, а? Ну так, потихоньку. Вообще-то мой непосредственный начальник, подполковник Самохин. Обычно с ним все вопросы решаем. Аркадий, знаю-знаю. Угу. Принципиальный, черт. Не гибкий. Отсюда все проблемы у него. Угу. Ладно, давай к делу. Что у вас есть? Ну так, не густо. Есть отпечатки пальцев на часах покойного. Пробиваем по базе. Ну а выбор зачем? Чем конкретно заниматься будешь? Убитый ездил сюда к любовнице. Есть телефон, надо бы найти. Помощь нужна? Нет, думаю, справлюсь, но нужна машина. Машина? Угу. Ну, если это проблема. Да не то, что проблема. Тебе же полицейский УАЗик не нужен? Мне светиться ни к чему. Ну да. Ермолаев, ты дежуришь. А слушай, Матвеев, когда в отпуск уходил, он свой автопром у нас во дворе поставил? А, отлично. А ключи у тебя? Сейчас к тебе капитан из Питера спустится. Отдашь ему ключи. Под мою ответственность. Все. Повезло тебе. Ключи возьмешь у дежурного. Спасибо. Успехов, капитан. Разрешите идти? Идите. Да. Алло, Вера. Это режиссер Игорь из Питера. Ну что, я в Выборге. Поздравляю. Давайте встретимся. Давайте. 8 часов в клубе Демч. 8 часов, клуб Демч. Все понял. До встречи. Давай, удачи. Спасибо, давай. Товарищ подполковник, разрешите? Входи, присаживайся. Ну что, нашел что-нибудь интересное? Да, нашел. Ну? Уведомление из налоговой службы о проведении внеплановой проверки кинокомпании «Триумфатор». Угу. Основание для проверки – выявление недостоверности налоговых данных. Значит, у компашки были проблемы с налогами? А что снимал этот «Триумфатор»? Дешевую эротику и небольшие рекламные ролики. А суммы по счетам проходили значительные. Я проконсультировался с опытным аудитором, так вот он говорит, что Алёшин занимался отмыванием денег. Значит, Алёшин отмывал деньги, которые привозил из Выборга, и некто, не желая этой проверки, мог его заказать? Мог. Но могли и просто ограбить. Кейс с чемоданом ведь украли. Так, расскажи-ка ты обо всем этом Баричу, и если ему понадобится твоя помощь, поезжай, я тебя отпускаю. Отпускайте в Выборг? Угу. Звони, звони. Я пока с отчетом в отдел статистики. Есть, товарищ подполковник. А, привет, Шарип. Ну что, какие у тебя дела? Как новости? Устроился в гостиницу, взял машину, сейчас поеду пасти Вакулина. Слушай, а меня Самохин к тебе отпускает. Нужна помощь? Конечно, нужна, Егор. Давай приезжай, я не могу разорваться. Ага. Значит, приедешь, найдешь клуб Демч. Там работает Вера, Алешинская подруга. Она танцовщица. 20:00 вечера она ждет режиссера Игоря из Питера. Так. Вот и будешь этим режиссером. Шарипов, отрывай девушку от сердца. Сразу же езжай в клуб и все узнай об этой Вере и Алешине. Ночью встречаемся в гостинице «Приграничная». Как понял? Хорошо, понял, еду. Так, отбой, Шарип. Стой! Стой, козел! Стой! 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 Поверни, придурок! Что? Я тебе ролики знаешь куда запихну? Ты у меня в кресле инвалидом будешь кататься. Молодечка. Ваша? Моя. Не знаю, как вас благодарить. Так и не знаете. Спасибо. Пожалуйста. Меня зовут Юля. Игорь, для красивых девушек просто Гарик. Можете угостить меня кофе в качестве благодарности? Ой, что это я? Конечно, с удовольствием. Как же я сама не догадалась. Навострился ты супчики варганить. Не хуже, чем моя покойная женушка, царствие небесное. Ты мне давай зубы не заговаривай. Чего? Опять играть приехал.
Подставь след вождя под хвост. А тебе чего? Жалко, что ли? Ты меня удивляешь, Лёшка. Ты что, не понимаешь, что это уголовщина? Ну, то-то и оно. Самохин мне сказал, Выборгский Катран скоро прикроют. Вот я и хочу напоследок судьбу за хвост потаскать. Хе-хе. Тем более пруха. Боря, карта в мазь пошла. Совсем спятил. А если тебя, генерала, за столом прямо возьмут? Борис Леонидович, ветеран ты мой доблестный. Ну, честно говоря, какие у тебя в жизни удовольствия-то остались? Вон, огурец за рюмка водки. А я, когда играю, у меня, хворь мне уже нипочем. Про возраст забываю, да я... У меня кровь в жилах, как кипяток бегает. И что, чайник? Что в себя кипятком наполнять? Ух, обожжешься. Короче, пока эту лавочку не прикрыли, играть буду. Давай. Будь здоров. Ишь. Я здесь живу. Угу. Выборг мой самый родной и любимый город. А в Питер езжу на каникулы. На каникулы? Угу. А ты совершеннолетняя? Вполне. Что, я похожа на школьницу? Ну, я бы сказал, что ты милая, симпатичная старшеклассница. Да ладно, я студентка. Да. О, студентка? Что изучает студентка? Финансы и экономику. Ты будущий бухгалтер? Скорее, экономист. Вот. Ну а что, хорошая, выгодная профессия в наше время. Ладно, что у вас в городе интересно? Красиво тут. Замок потрясающий. Ты был на смотровой площадке башни Олафа? Нет, не успел еще. Напрасно. Надо обязательно посмотреть на весь город сверху. Ага. На залив. Хорошо. Да, вот. А еще в парке Монрепо. Красиво. У нас вообще замечательно. Ну так проведи экскурсию. Прямо сейчас? Нет, сейчас я не могу. У меня рабочая встреча. А чем ты занимаешься? Ты так ловко этого гоблина догнал. Реакция у тебя как у настоящего полицейского. Я и есть настоящий полицейский капитан. Мент, что ли? Ну да, из Питера. А ты что, разочарована? Да нет, напротив, заинтригована. А что ты делаешь в Выборге? Расследую убийство. Правда? Да. Поняла. Телефон мой забей и вали навстречу. Освободишься, позвонишь. Диктуй, студентка. Здрасте, что будем? Здравствуйте. Чашку кофе и управляющего. Не поняла. Поняла. Вон за тот столик, пожалуйста. Не вопрос. Гош! Чё? Там мент из Питера. Здрасте. Здравствуйте. Лейтенант Шарипов, Никольского РУВД, Санкт-Петербург. Представьтесь. Гоша Евдокимов, управляющий, город Выборг. А, спасибо. Да оставьте за счет заведения, нормально. Спасибо. Так вот, хороший у вас клуб. Спасибо. А, девушки танцуют? Еще как. Только после 20:00. Ага. Скажите, Гоша, а вы знаете вот этого человека? Ну да, видел пару раз у нас в клубе. Часто? Ну, я бы сказал, периодически. Когда приезжает из Питера в Выборг, приходит к нам. То есть у него здесь девушка, да? Вы не беспокойтесь, Гоша. Все, что вы скажете, останется между нами. А я не беспокоюсь, у него здесь девушка. И я могу с ней поговорить? Я ее уволил. Вот тебе раз. Давно? Вчера. Так, и что, я не смогу с ней сегодня здесь встретиться в 20:00? Какой ты догадливый. Нет, конечно. И где она сейчас находится, я тоже никакого понятия не имею. Все. Все. Ну, рад был познакомиться. Спасибо. Пожалуйста.
Урод, тебе что там надо? Ну ты полегче. Чё ты сразу урод? За урода ответить можно. Урод он и есть, урод! Барич. Барич. Да? Действительно нашла. Он предупреждал, что вы подъедете. Угу. Ваш номер 15. Спасибо большое. Шарипов. Кто такой? Значит так, сначала ты честно отвечаешь на мои вопросы, потом я на твои. Так же честно? Постараюсь. А если я откажусь честно отвечать? Что? Умертвите? Ну, зачем так? Подтяжку лица сделаем. Кожу лица на заднее место натянем. И на мясокомбинат отправим. Смешно. Посмеемся вместе позже. Если честно ответишь. Главный вопрос. Приехал один или еще гостей ждать? Один. Значит, мои клиенты могут спокойно закончить партию и разойтись? Я же говорю один. Отлично. А если врешь? А я помню про подтяжку лица. Ну хорошо, задавай свои вопросы. Вон фотография. Вы этого человека знаете? Ну, приходил, играл в покер. Но сегодня его нет. И не будет. Он убит. Где? На въезде в Питер. Сколько он у нас в последний раз выиграл? $2000. $2000? Да за такую мелочь и наркоман мог грохнуть. Деньги при нем были? Нет. Что-нибудь еще про него сказать можете? Играл часто, по-крупному редко. Таких у нас много. Особенно из Питера. Глаза у тебя честные. Значит так, капитан, давай сразу договоримся. Я думаю, проблемы лишние не нужны ни нам, ни тебе. Сиди тихо. Сейчас тебе покушать принесут. А когда игра закончится, гости разойдутся, я тебя сразу отпущу. Хорошо? Да не хорошо. Зашибись просто. Глянь какая. Бонус за хорошую игру. Так, два пригласительных. Ночной клуб. Одевайся. Ты что, собираешься сейчас в ночной клуб? Конечно. И ты со мной? Сдурил? Слушай сюда, полковник. Я сегодня все равно не усну. И тебе не дам. Ясно? Нет, но я хочу спать. Проспишь остаток жизни. Одевайся. Короче, это приказ? Да не волнуйся. Шарипов, ну, барич же у нас человек бывалый, не отвечает, значит, следит за подпольным казино. Объявится. Во всяком случае, до утра же у нас есть с тобой время. Хорошо, Аркадий Михайлович, вам виднее. Конечно, виднее. А с Верой, подружкой Алешина, что делать? А что такое? Управляющий клуба Евдокимов Гоша сказал, что вчера ее уволил, а она сегодня назначила там баричу встречу. Ну так иди в клуб. Она там, я уверен. Боря, как тебе здесь? Громко. Громко. И дорого. Дорого? А ты сыграй в казино, будут деньги. Новичкам же всегда везет, а? Пойдешь со мной в следующий раз? Никогда. Ну и дурак ты. Ой, красота какая. Эх. Доченька. А? Как отблагодарить сеньориту? Так не думай, подойди, я отблагодарю. Понял. Да ты говоришь. Ты куда? Куда? Алексей. Ближе к телу. Старый чёрт. А ну, молодежь, расступись. Давай.
Ну да. С которой у тебя любовь была. Да, да. Она же одно лицо. Добрый вечер. Добрый вечер. Еще? Доченька. Как танцовщицу зовут? Вера. Твою мать. Кто еще? Питерский мент. Лейтенант Шарипов. Который? А в светлой куртке у стойки. Что он здесь делает? Сейчас он смотрит на твою танцовщицу. Что здесь делает? Ну я откуда знаю. Мы с вами договаривались о встрече, я немного опоздал. Входите, входите. Макар, там мент, который убийство расследует, к Вере в гримерку пошел. А за ментом увязался шибанутый дед, который по пригласительному. Вижу. Дед все время у нас играл. Выигрывал часто. Че делать, Макар, будем? Не скажет им Верка чего лишнего. Может, завалим обоих?